Да, но здесь просто правила сложные, я не совсем их понимаю. Все, я транслирую ход. Прямая трансляция. It's a bad planet, a bad planet. Bug planet. Клиндату. Тебе не получается ко мне присоединиться? Я до повстанцев отвечу. А, да? А как? Можно, да, перемещаться из команды в команду? А. Окей. А где это делается, выбор напарника? А, да? Я только что перебил в одиночку всю имперскую команду. Так, вот, смотреть игроков. А где подсоединиться? Окей. Идет этот Уокер, мы ему ничего пока сделать не можем, вместо этого надо что-то делать с этими оплинками. Я толком не понимаю, что, ну окей. А потом в какой-то момент Уокер исчезает щит, и его можно бить внезапно. А, они в турелях все сидят. Так, вот партнер старт. А где ты? А, нет, смотри, за Люка Скайуокера играет один из игроков, то есть в него как-то можно превращаться. Некий Кьюдио бегает с святым мечом и навешивает всем. Ты за повстанцев играешь? А другой в X-Wing летает. Ты за повстанцев? А почему я тебя не вижу? Может, мы на разных серверах все-таки? Попробуй еще раз он ко мне подсоединится. Такой битва с Атиокером эпическая просто. Эпичная. Да? Как будто тут какой-то баланс есть и даже претензии на него. Вот когда активируется оплынка, я не понимаю, он там горят эти иконки, на них надо бежать или что с ними сделать вообще? И тогда, ну это же имперцы должны это делать, не повстанцы, имперцы же продвигают. Well done. We've activated the uplink. И что теперь? А ты не подсоединился еще к моей игре? В разных. Нет, я к твоей не подсоединялся. Я ждал, когда ты к моей подсоединишься. Вау. Только я X-Wing взял. Вот теперь надо мочить. А, ну после того, как Attack the Walker появилась, и теперь надо внезапно мочить этого
Уокера, где помогает как раз бесконечная стрельба с сбросом избытка тепла. Да, это можно сделать, просто зажимаешь и сбрасываешь. Только он все уже становится с каждым сеансом. Холифар. Никак не подсоединяется? Нас уже отбросили бы в туннеле, и тут уже бум! Только что взорвалась. Ой, какая отвратительная физика от Уокеров. Ну, кстати, очень хорошо играет по станциям, просто кроем имперцев направо и налево. Ай-яй! За мной погнался гигантский ай-ти-ай-ти. Как Тирекс в парке юрского периода. Когда он бежал за машиной. Давай я выйду, попробую. Ну, нет, я не хочу выходить, потому что мы почти выиграли. Есть. Ну, этот как бы, как это называется, этап Раша или как-то. Дальше. Теперь надо защищать. Есть, я летаю на... Нет, не успел. Только нахожу истребитель, меня убивает. Не дают мне полетать. Надо сначала найти, потом заныкаться, где тебя не найдут, а потом включать истребитель. Нет, ты как бы управляешь им как дроном. Если тебя убивают, по-моему, все заканчивается. По-моему, так. Потому что меня несколько раз убивали, и я не успел полетать. Возможно, если ты уже в истребителе, то тогда тебя не могут убить, а меня убивали именно при транзишене. Так, а ты на нашей карте или где? А, ты за имперцев? Вот что означают эти все загадочные... Кружочки, квадратики. Да, здорово. Не, ну это эпично, конечно. Ну тут я вообще днище в этом режиме, я просто не понимаю, что происходит. А, я не взял. У меня джетпак. Ой-ой-ой. Очень плохо сделан этот режим. Просто араш, еще раз араш, прибегает толпа, потом прибегает толпа в другое место. Он прилетает гранату и убивает весь твой отряд. Граната просто два shoulder button его кидает, он один раз взрывается и все. Обычная граната. Но он клевый, если его
А, вот опять оплинки исполнится, окей. Красиво, как в одной из сцен спасения рядового Райана, на меня идет через перевалочку антивокер, и я уже там готовлюсь к смерти, и тут он взрывается, падает, и выносится, пролетает мимо него только что сбивший его истребитель. Ну, это эмержентный геймплей, да, все такое, что иногда бывает красиво. Опять не ты, а что ж такое? Все, надеюсь, тебя убить. А, все другие чуваки оказываются. Ну, здесь каждый занимается, страдает своей фигней. Вместо того, чтобы... Ай! Ати-ати обратил на меня внимание. Never a good thing. Yeah! В машине? Это ты повернул голову и так покосился на меня? А я на джетпаке прыгнул. Да, джетпак решает. Зато я нифига не вижу, потому что у меня прицела нет. Надо вместо гранат надо взять, я всем гранатами не пользуюсь тут. Снайперскую винтовку просто как смотреть через нее, даже не стрелять просто. А, вот, и все, мы дошли до окопов. Вот это чистый Battlefield такой, не фильтрованный. Равнина, окопчики, и в них головы высовываются. Да, еще в самом первом Battlefield этот уровень был. Причем точно такой же конфигурации, если я не ошибаюсь. Trench War, Trench Warfare. За кем-то гонится Люк Скайуокер с зеленым мечом. Интересно, как им стать? Тоже, видимо, просто найти пикап. Игра уж не знает, никакие бонусы давать, там уже столько наколотил. Просто с пулеметом забегаешь в тыл вражеской команде и бежишь, и если ты вовремя перезаряжаешь, выкидываешь перегрев, то можно всю команду скосить просто одной непрерывной очереди. Я просто... Да, ну это разнообразное, вот мы дошли до окопов, это такой родной Battlefield классический. Да, мы проиграли. Не, а, ну да. Одного мы вынесли, а второму оставалось 3 попадания. Ну, я не совсем нищий даже. Меня смотри, я второй по... А, третий по количеству киллов. Так, а вот как бы нам сейчас в одну команду переместить? Тебе, наверное, надо выйти и подключиться. Угу. Ну, ты все равно всегда доходит до последней карты, до окопов, и все там упирается 2-3 выстрела, кто первым попадет по... Ну, кто успеет снять щит с реактора или щит с ходящих машин. И зачем нужны предыдущие 3 этапа, мне непонятно. Я трейд открыл. Шап-шутер. Так, я вместо гранат возьму винтовку.
чем? Пистолета? А, не, он плохой. Имеет смысл брать либо дефолтную винтовку, либо тяжелый пулемет. Тяжелый пулемет офигенный, но с ним надо носить снайперскую винтовку просто для того, чтобы через нее смотреть. Потому что у него прицел очень плохой. Но в ближнем бою он офигенен. Как шотгана тут нету. Что... Ну... Mass Effect же был шотган. Где? Здесь? Он же ничего общего не имеет с мультиплеером. А, ну, только что посмотреть. Ну, если побегать 20 раз в предыдущий режим, который тебе не понравился, там все я так же учишься использовать. Ну да. Ой-ой-ой. В Империи? А я в этот раз за Империю, кстати. Мы на такую... А, ну они меняются каждый раз. Ох, какая тень от Тайфайтера прошла по мне. Опять-таки эмерджентный момент. Стоишь на горе и по тебе... Ну, расхватывают очень быстро эти истребители. Всем хоть. Ну, как и та же проблема, что в Battlefield все угоняют сразу вертолеты и самолеты. Нет, дай, мужик, дай прулить. А-а-а. Империя, да? А мы можем объединиться в Линк? Вот я погиб, сейчас я тебя поищу. Ты живой? Окей. Взял зачем-то снайперскую винтовку, еще ни разу не воспользовался. Может, не гранаты десятки взять вместо нее. Ну да, я пользуюсь как биноклем. Ну да. Вот я сейчас, наконец-то у меня получилось выстрелить с снайперской винтовки, переключиться на пулемет и добить с пулемета. Первый раз, по-моему, вообще. Сейчас на гранаты не хватает. А, ну шарпшутер стал работать. Довольно неплохая штука. Там появляются такие ромбики, и каждый ромбик усиливает хедшот, почему так быстро тебя убивают. На той карте у него просто шарпшутер прокачанный. Чем больше хедшотов делаешь, тем витальнее ты становишься. Вон, 5000 стоит. Я только что купил. Так, а ты где? Я живой. Ну окей. Мы тут ныкаемся под энергетическим щитом.
Ты где вообще на карте? Не понимаю опять, что происходит, но окей. Я у точки, которая офлайн написана. А, камера. Я за тобой. Ты где, где, где? А, вот он точно. Нет, давай убежим от него. А-а-а! Ты побежал прямо к нему? Я хотел имплодером ему кинуть, но окей. О, тут два самолетика лежат, кстати. Можно взять. А, Люк, он просто на колени становится в снегу и все. Анимации смерти у него нет. Ну да. Не канон. Я по правому флангу. Ну, это налет был айвингов. Окей. Вот здесь действительно критично, что враги не показываются на карте, я вообще не понимаю, в какую сторону мне наводить турель, например. Нет, ну в этом-то режиме это критично. Здесь глаза не помогут, как бы. Офигенно, пушка не опускается достаточно низко, чтобы я мог попасть в повстанцев. Мы все равно победим, но тем не менее. Окей, пойдем. Они в окопах все, вот вокруг этой точки. Там просто. Вау, это красиво было. Ты не участвовал в великой битве за окоп? Так, и что делать с этой хренью? Да. А, вон тебя вижу. Не добежал. Вот теперь на эту карту будешь жаловаться. Тут можем в туннель пойти, слева пробит. А, ты уже там? Я иду к тебе. У входа встретимся? Вот. Тут, вот, ты уже вошел в сами туннели или еще в ангаре? Фак, меня убили, пока я тебя искал. И меня скинули в стил.
Ну ладно, я отключил. А вторая-то где? Она вторая в туннеле, что ли? Нет, вторая плинк где? Или все, мы оба отключили. Окей. А ты где? Подожди, у ухода я подтянусь. О, привет. Куда пойдем? Налево или направо? Налево. Направо? Там где? Ага, я иду. Если что, у меня имплодер. Ага. Ну это в тактических играх это фатально, потому что выясняется, что чувак, который бежит первым, это самый нуб. Так, мы слили, по-моему. Или наоборот. А, ну мы дошли до последней стадии, мы в хорошей форме, у нас два непокоцанных, то есть мы сейчас выиграем. Икс. А в туннелях так не довелось подраться. Нет, меня отогнали назад. Тут Люк Скайуокер прибежал и раздает всем. Ну все. Free for all в окопах. Чё, как же это аддиктивно, эта хрень, ну. Да, я хотел. Интересно, имплодером можно вынести турельку? Попробую. А, ну и так вынесли без моей помощи. Победа наша. Ребята на вокерах подтянулись. О, я могу сесть в... Нахер имплодер, я хочу вокером поуправлять. Да, я управляю четвероногим вокером. Это круто. Ран! Знаешь, как уровень Сайконавта, где ты гигантский монстр, и когда ты топчешь город двоякодышащих людей, вот это. Тут можно какой-то орбитальный удар вызывать, тут какая-то хрень у него. Вот я и вызвал. Так, а в кого мне стрелять? Очень медленно он ходит. Очень медленно, то есть совсем медленно. А стрелять-то он может? А, вот он, правый. Можно, у него, короче, три пушки, и одна на спине, и можно переключиться на пушку, которая... Так, и кого мне бить сейчас? Ты не знаешь? То есть мне просто стрелять по вот этим, по реакторам? Ну окей. Да, а, ну, меня убили. Точнее, по крайней мере, заморозили и выкинули из вокера. Видимо, можно управлять вокером, пока с него щит не сняли. Когда щит сняли, тебя из него выкидывают. Или просто какой-то определенный по таймингу, да? Ну, это было круто. Я был большой и страшный.
Виктори! Конечно, я принес нам победу своим мастерским управлением. Да, ну, по-моему, по ним не надо стрелять. Просто дойти до них надо, и тогда вокеры сами... Да, я днище. Да. Ну, просто я не понимаю, куда бежать каждый раз, и оказываюсь позади сражения или впереди сражения. Ну, не знаю, для меня слишком сложно. Попробуй пати. Тебе не нравится? Так, первый keep uplinks active to add more I-wings to the bombing raid. Просто они добавляют самолетиков. Второй фаза. Attack the AT-AT during the raid to destroy it. Destroy all AT-AT to win the повстанцев. Так, а ты где? Ну да, вот здесь я чувствую себя так же неуютно, как ты на предыдущей карте, и у тебя успехи гораздо лучше. Ну да. Киллы набираешь, а я наоборот просто бегу, погибаю, бегу, снова опять погибаю. Я пытался орбитальный удар использовать, ничего не получилось. А, я тебя нашел. Привет. А он тут слева этот декоративный вокер или он тоже стреляет? Он стреляет. А в Battlefield нет? А я не взял даже в этот раз. Не, они вообще мне на этом уровне помогают. Я или достаточно близко, чтобы стрелять с пулемета, или слишком далеко, и тогда я стреляю с снайперской винтовки. Так, ой, прямая атака, ати. И там еще пехота за камнями. То есть это очень организованная такая атака. Он это кемпит спаун поинт. Тоже весьма по Battlefield-овски, там танк подгоняешь и... Не, ну это же можно делать. Это проблема дизайнеров игры, а не игроков. Офигенно. Появился, умер, беги сначала. Ай.
ты где? Ты это все до сих пор на одной жизни? Тебя так ни разу не убили? Офигеть. Я над тобой слева. Я убил. Ты как Риддик. Не хочешь бонус взять? А это что? Ну-ка, второй, погоди, погоди, пусти, пусти, пусти. Ах, херня. Турель. Я выкинул. Предупредил бы хоть. Я ж его не видел за холбиком. Мы его дезинтегрировали. А ты до сих пор живой? А где ты? Ты со всеми на спаунпоинте? Четвероного или двуногая? А, ну я под ней. А, опять херня. Ну, второй поворот беру, и там второй раз бластер кану, простите. А, это я тебя спас. От имперского штурмовика. А, меня никто не спас. По-моему, меня, кстати, с X-Wing'а подбили, на такое ощущение. Не, ну взаимодействие действительно очень интересно играть вдвоем, а если в пятером были бы от отряда, да, это было бы вообще замечательно. Ты где? Дарт Вейдер. Там Дарт Вейдер, башенка и еще... Так, и мы стали спауниться в туннелях почему-то вдруг. Ты где заспаунился? В туннелях или... Так, сейчас я тебя найду. Нет, нет, я тоже на начальной точке. А, окей. Там Уокер. They got an cave troll. Как они полетели. А я живой, а я живой. А, ну тут можно забежать резко вправо, там вход в туннеле прям. Так, я в ангаре. А. Это не... Ты по отношению к куполу энергетическому где? Это быстро. Они идут через вход в ангар. Их там дофига просто. Ты где? Ты снаружи? Я же не понял, кто меня убил. Окей. Не, очень трудно, да, повстанцев играть.
наконец-то в туннелях. А, вон тебя вижу. Hello. Так и будешь здесь кемперить? Они внутри. А, я убил. Тут дурацкий засветка экрана, я вообще не вижу, что снаружи. А, через оптический прицел видно, что не очень реалистично. Там еще один, вот этот. А, как вообще полетели-то, а? Holy fuck. Чем это он начал фигачить? Ты его убил? Ну тут очень сильно фигачить по нам начали. Ну, по-моему, мы его убили, Уокера. Так, ты где? Ну, они используются только в последней битве, эти X-Wing-то. А ну, выпускайте, да, самолетики, чё? Где, кстати? Дарт Вейдер к нам идет. Holy shit. Дарт Вейдер так неторопливо ковыляет. А-а-а. Нет, нет, только не меня. Есть. Ну почему они не погибают? Столько патронов зря потратил. Я все еще у входа торчу, если что. Хедшоты из снайперской винтовки. Ха! Take that, геймпад. Stupid геймпад. Как говорят, stupid геймпад. Так, и теперь мы на последней карте. И мы потеряли все X-Wing, кстати. Jetpack. Y-wing locked in. Что мы сейчас должны сделать? Да, говорю. 9 из 10 игр выигрывает имперцы. Ты где, кстати? Я тоже в окопе. Только что AT-AT растоптал, собственно, пехотинца. Это он очень бодро сюда ковыляет. И еще второй там. Бум.
У нас опять 5 X-Wing'ов, но почему они не летят? И все, пошел. А, ну все, они пошли. Ага. А, он упал, смотри. Ты видел, как флайер упал на ребро? Ну там у них полная энергия обоих. Кстати, один левый, по-моему, он уже почти все. А вот правый. Давай левого добьем. А, и тоже. Если видишь, там такие летят непрерывные очереди, это я. Уже третий раз перезарядил без... не отпуская спуска. А, все, сорвался. Нет, нет, нет! Черт! Почти убил. Я стрелял, но меня потом убили в спину. Самый ответственный момент. Да, я днище. Ты ж так долго не умирал. Видимо, я потом поднабрал в туннелях. Да, давай. Сейчас мы за имперцев. Хоть победим для разнообразия. Мне осталось еще... 2 хедшота тяжелым бластером для ачивмента. Да, нету, никого нет, да. Я обратил внимание. Так, ну давай найдем друг друга. Попробуем не умереть как можно дольше. А, ну ты в игре сейчас? Окей. Rebels have called in a Y-wing attack. Must deactivate that uplink station to stop their bombers. Вообще ничего. Здесь вообще ничего нет. Здесь можно бегать и стрелять. Говорю, игровой автомат, рейл-шутер. На пригорке таком, за которым начинаются дикие толпы врагов. Я тоже по правой. Вот, я вижу уже вход в их пещеру там и прочее. Возможно, ты с другой стороны этой горы сейчас. Я попробую войти. А, ну да, я там на другой стороне. Я то что прибежал. Так, сейчас найдемся. Не ты? Нет. Я стою у самого аплинка. Ближе к нему нельзя подойти физически. А, все, я тебя нашел. Привет, чувак. On,
И потом окажется, что мы эти два штурмовика, которые пропустили Оби-Вана с роботами в Мос Айсли. Там еще один чувак. И там их много, в общем. Да. Молодец, меня убили, но ты отбился. Сейчас я прилечу, припрыгаю. Ой-ой-ой, тут бой по всем фронтам просто такой, и слева, и справа. Сколько человек-то здесь играет? Молодец, я прибежал. Где они? Where's the bad guys? По правому флангу. А, ты куда пропал? Окей. У меня 1% жизни. Так, ты где? А, о, понял. Ничего, так держимся. Справа. Я попал в снайперской винтовки, ты одновременно ему ввалил оставшиеся поинты. Так, еще один там же. Утурели. Он до сих пор живой, кстати. Да, вроде все. Ты вперед пошел? Я долго целился. Так, их тут там 5 человек на тебя бежит. Ну, это типичный такой Battlefield пробивания дороги. Я до сих пор помню, как это делается, когда выбираешь какой-то фланг и потихоньку там пробиваешь. Там можно 20-30 минут сидеть на этом чекпоинте. Я тут. Так, еще там справа вижу, чувак идет. Ну давай, прибегай туда же, я там. Ты сейчас заспаунишься, потом просто надо горку обойти, и справа будет этот ход. Мне какой-то чувак бьет прикладом сзади и гонит в бой, потому что я прячусь за камнем. Политрук местный. Эх, автоприцел навелся на голову, и вместо того, чтобы нажать спуск, начал наводить самостоятельно и не попал. Надо все-таки... Ну, хорошее место. Одни хедшоты идут. Ты далеко? Я все еще там же. А, окей. Просто тут очень удачно хедшоты делали. Голову высовывают, бам. Такая. Точно... Но они же не по нам, они бьют по вокерам. А, так а мне-то куда идти теперь? Там, где мы стояли. Ой, меня убили. Он, короче, с тылу неизвестно откуда взялся. И так. А, ну я сейчас туда прибегу. Да, тут, кстати, уже пошел бой за туннели. Можем туда сходить. Ага. Так, ну я в туннеле.
Я справа от, слева от входа стою. О, нет, я уже внутри. Я ворвался. Я сзади тебя, точно. Отступай назад, тут хорошее место. Так, ну что, пойдем? Окей. А ты где? Я вот в центре ангара. Убил кого-то. Это ты? Да, это ты. Я с другой стороны X-Wing, и можем пойти в туннель. Что, пойдем в туннель? Ой-ой-ой, вот он. Там граната, аккуратно. Пак. На, молодец. Отомстил. Да. Ой, я полетаю на тайфайтере. Офигенно. Не знаю управление, но это... А, вот это... Да-да-да, ты где? Вау! Воздушная дуэль. Круто, слушай. Это ты пролетел мимо меня сейчас? Вау! Не знаю, что делать, правда, нужно. А, вот ускоритель у него есть еще. Левый shoulder button. А правый это пускает неведомую хрень. И можно по человечкам на земле стрелять. Как я понимаю, мы должны подбить эти... А, я врезался. Подбить... Как эти тарелки? Да, вообще офигенно. Мне дали один лайк, что бы это значило. И got one likes. Это от тиммейтов, что ли, дают? А нас некому написать в Twitter пост про стрим, потому что Коля нету, а мы не умеем пользоваться социальной медией. Можете в записи потом посмотреть, это смешно. Единственное, что не работает пати. А, это нас, да, лайкнули из чата Twitch. Не работает в PSN пати, поэтому Сережа со мной на скайпе, его не слышно в трансляции. А так все круто. Если вы хотите, можем еще одну сыграть. Мы вообще собирались сворачиваться. Да, да. Просто Сереже очень не понравилась первая карта, мне не понравилась вторая, но сейчас мы более-менее приспособились. О, я нашел скот шилд. Такой детственный совершенно. То есть мы, Сережа, в одной команде, но мы не можем объединиться в связку, потому что пати не создаются. Потому что очень много... Да, напишите в Твиттер, что еще одну сыграем. Просто, видимо, очень много народу ломанулось в играть просто в эту штуку, и все повалили, что можно по СНу. И если... На ПК они нам создают дополнительные сервера, кстати, последняя стадия битвы уже. И, как видите, карта из Battlefield 1942, все те же окопы, все та же равнина, те же суслики, высовывающие головы из окопа. 40 ботов, или я помню их, я убивал там всех в одиночку. Ну, я бы не сказал, что она Polarizing, это очень примитивная игра. Это, в общем, это больше всего похоже на игровой автомат, где игрока очень умело заставляет выполнять роль от этого картонного противника, который выскакивает, с которого нужно попасть. Мы... Нет, я... Как это называется? Докачался до
всего, что можно. Так, да. У меня бежит Люк Скайуокер с зеленым мечом, но у меня есть джетпак, и он меня не догонит. Ха-ха-ха! Его убили. Ты... Yeah! I'm a good of war! Дай печь! Мы расстреливаем стоящего на колене Скайуокера, это офигенно. И он исчез. Да, и игра, в общем, очень простая, очень примитивная, но все настолько красиво, пока именно на PlayStation, происходит все настолько быстро, настолько громко озвучено, что, да, звук — это 90% игры, ну, как и есть в фильме «Звездных войн», то есть потрясающая музыка, потрясающее звуковое оформление, и тебе это все настолько воздействует на все твои чувства, что ты просто не успеваешь задуматься о том, насколько убогий на самом деле игровой процесс. И получаешь от игры удовольствие просто за счет того, что тебя отвлекает внимание всеми средствами. Но на удивление, Dead Dice очень плохо сделано все, что связано с сетевой игрой. То есть, не знаю, как с пати, может быть проще, если в одной пати, но когда ты не объединен с пати, даже с тем... В списке друзей постоянно швыряют там в разные команды, очень трудно попасть на один сервер и прочее. Но это бета все-таки. Да, и вот снег здесь блестит. И на ПК я этого не видел, сколько стримов не смотрел, там очень убого снег выглядит. А тут он блестящий. Ну вот, я показал, какое днище. 1%, правда, у него остался. У противника. Ну, в общем, игру купить стоит, да, она затягивает, но главное не думать об этом. Не думать о том. Вот это еще карта, она. А, имплодер, да, имплодер офигенный. Да. И просто вот эта карта, она. Как бы каждый страдает тем, что хочет. А другая карта, она совершенно такой Counter-Strike GO, где паркур по уровню, быстро добежать, быстро разминировать и. Там, когда у тебя не идет геймплей, ты просто появляешься, умираешь. И Сережа это очень возмутило. Да, а меня вот наоборот эта карта фрустрирует, потому что я не понимал вообще, что на ней делать, потому что здесь очень сложные правила. Эти аплинки, потом тут идут с одной стороны эти Ти-Вокеры, с другой готовятся к полету эскадрильи истребителей. Я уже летал тут на Тайфайтере, я бездарно разбил его о скалу, доверенную мне технику. Меня зарубило Люк Скайуокер. Виктори! Давай еще одну. И сейчас мы будем это повстанцы. Повстанцы тут сливают 9 игр из 10 и выигрывают только, вот какое днище, 15 место. А Сережа очень хорошо играет, 16 киллов. Вот он, 7 место, Юрку Brothers. То есть у него соотношение 16-10. И... Мне такое-то и не снилось на этой карте. Да, ну смысл убить ходунов, но это происходит каждый раз в самом конце карты. Последние доли секунды все решает. Зачем перед этим играть 20 минут, я не понимаю. Привет, дорогие зрители. Сейчас будет эпическая битва, где мы с Сережей за повстанцев будем сливать империи. Косплеить битву за ход, за реактор. Сережа со мной в одной команде, но его не слышно, потому что PSN лежит, и мы не можем пати создать. Мне еще один хедшот остался, да, ачивмента. Угу. Ой, сколько зрителей. Надо было, конечно, в Twitch написать, но я не умею. На ПК, да? Ну, вот я не знаю, может, даже на PlayStation куплю. Ну, мне играть просто не с кем будем. Вот это Сережа. Прямо передо мной. Помаши ручкой камере, на тебя смотрят миллионы. Повернись ко мне и помаши ручкой. А, нет, не Сережа. Нет, Сережа? Юка. Только что видел Сережу. Про Кинопоиск мы забыли поговорить, ну ладно. А там даже не дизайн, что там надо обязательно регистрироваться на Яндексе, чтобы посмотреть там фильмографию. Ну, я пользовался IMDb всегда, я буду продолжать пользоваться IMDb, так что мне это пофигу.
Вот, Terminal Imploder, он клевый. Так, Не, в Трансформеры я играть не собираюсь, и Keep Talking на Body Explodes, это хрень. Я знаю, что это такое. А ты, Сережа, Трансформеров будешь играть, или ты слэшера никак? Сереж, не нравится визуальный стиль трансформеров. Пью-пью-пью-пью. Ну, да, игры, да, Platinum Games. Дизайнеров кого именно? А, да, дизайнеров фильм.ру. Ну, ладно, я не буду делиться там информацией, почему это произошло. Так, так, так. Так, все, меньше надо читать чат, мы тут сливаем империи. Хоть я и днище, но спину убить могу. Я убил Уокер. Сереж, ты где? Географически. Окей. Дарт Вейдер бежит не к тебе ли? Я впрыгал от него. А, нет, он меня в воздухе зарубил, гадюка. От Люка я смог упрыгать, а от Дарт Вейдера нет. Давай где-нибудь встретимся. Вот. Ты, я вот прям на точке дефенс. Ты можешь к ней подойти? Имперский десант в тылу! Я всех убил. Вау. Я на точке. Помаши рукой камере. Вот это Сережа. Он прыгает там, банихопинг делает. Крестовина вправо. Ну все. Сзади тебя огромная хрень. Сработал мой имплодер? Я его убил? Ай. Да, и вот здесь можно стрелять практически бесконечно, если вовремя выдергивать этот, не знаю, что он выдергивает, нажимать, в общем, квадрат вовремя и стрелять дальше, можно 3-4 обойма выпускать, не отпуская кнопку стрельбы. Я подпрыгнул и пролетел над атакующим тайфайтером. А ты убил этого ходока? Не, это живой человек. Окей. Автоприцел. Я опять сдернул камеру. Перекрестие, хотя автоприцел наводит точно на голову, остается только нажать спуск. Запрыгнул врагу за спину, но меня сняла турелька. Я, по-моему, всем убил в прошлый раз. Не, 15 я убил из пулемета. Мне 15 показали стрик. Но это было за империю все-таки.
Так, меня откинуло на самое начало. Так, и Уокер до сих пор идет. Дай бич. Одного, один выстрел оставался. Чтобы потом проще было. Но показывает крест, что нельзя их бить. Ну вот эти все мобовские развлечения меня не радуют. Ну, Дарт Вейдер, он на колено становится здесь, и тебе кому-то трудно сделать, голова слишком высоко. Давай пойдем. Нет разделения все-таки серверов, ПК все на одном сервере, то есть против нас играют люди с мышами и клавиатуры. Так, у него есть щит и больше ничего. А, ракета есть. А, вау, еще летающие хуже, чем в Battlefield. Тайфайтеры. А ускорения у него нет, в отличие от тайфайтера. I've got a bad guy on my six. Я врезался в ати-ати. Я надеюсь. Я не могу управлять, он слишком быстро летает, и я не успеваю развернуться. Не то, что пострелять, я развернуться не успеваю. Так, я внутри-то где? А по отношению к ангару-то где? Не ты? Ай, меня убили. А это ты был все-таки? А, окей. Ну я прям в туннеле встал, сейчас прибегу. Тут такая длинная цепочка синих точек передо мной по туннелю. Все 15 человек по одному туннелю бегут. Ты где? А, ну все. Я уничтожил ати-ати при помощи джетпака. Запрыгнул, то есть, за спину. Красиво было, как Titanfall, или как эта игра называется, где гигантских роботов надо выносить, запрыгивая на них. Вот. Так, я в ангаре, и там очень сурово все. Красиво. Я только что неумело пытаюсь убить прикладом. Есть, медь сладка, бечес. Я заспаунился у них за спинами. Офигенная тактика. Ну, с другой стороны, будут комперить спаун-поинты, правильно? Опять 11-й мне идет.
Ой. И все, третья карта. Да, третья секвенция. То есть сюда можно побежать при желании в самом начале игры, в эти окопы? Ну, это Battlefield. Все такое. Ой-ой-ой. Ты все еще в туннелях воюешь? Я хотел в турельку залезть, а мне не дали. Идет нам АТ-АТ. Классика. Снайперская винтовка, потом наугад с пулемета, пока не умрет. Мне люк прибежал. Мы опять потеряли друг друга в полубитве. И я опять не знаю, что делать. Черт. Ты по отношению к Каплинку где? Окей. А, она клевая, кстати. Бум, попался мудящей ракетой. Давай. Ах ты, четвертый раз не получилось подряд сделать перезарядку. Ему один выстрел. Ты убил этого ходяка? Молодец, спасибо. Ой, это тобой. Попрыгунчик спереди. Отлично. Да, вдвоем осмысленнее гораздо все-таки здесь. Воу, ты видел? Как ты живой-то остался? Да, это вот я, когда управлял этим волкером, я вот такое же смерть и разрушение как раз сеял. Копьем лево или право? Там просто накрываешь таким area of attack, и все погибают в ней. Я один раз управлял этой штукой. А, ну все. Это было круто. О, я выступил еще хуже, чем в прошлый раз. Как-то унизительно. Да, ну, в прошлый раз тебя вообще был. У тебя же был позитив в прошлый раз, да? Больше убитых, чем сейчас наоборот. Ну все, на понедельник всем. Если что, смотрите запись, там много... Там Сережа спасибо говорит, и в записи много всего трагичного, смешного. Все, всем пока.